Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. И сегодня у нас обзор на омлет с беконом и сыром из Макдональдса, но сейчас называется «Вкусно и точка». Посмотрим чуть позже, как он выглядит, попробуем, давайте почитаем описание. Значит, цена составляет 135 рублей, масса 133 грамма. Значит, омлет с беконом и сыром. Это нежный омлет на классической булочке, маффин с хрустящим беконом, ну и, конечно же, заправлен сыром чеддер. Все это сочетание с кетчупом. Ну, звучит все круто. В состав у нас входит следующее: плавленый сыр чеддер, кетчуп, томатный омлет, масло сливочное, булочка, английские маффины, бекон жареный, бекон свиной обжаренный. По калорийности у нас на 100 грамм продукта 297 килокалорий, 12 граммов жиров, 28 грамм углеводов, 16 грамм белков. Еще горяченький. Давайте посмотрим. Вот такой вот у нас омлетер. Видно яйцо, сыр, бекончик и вот такие вот булочки-маффины. Очень круто. Очень круто. Давайте начнем дегустировать. Погнали. Очень вкусно. Ярко выраженный аромат бекона. Отличное яйцо. Отличные булочки. И немножко сыр. Очень крутой перекус. Вкусно, недорого, весьма сытно, калорийно. Фу, ребята, омлет идет весьма вкусно. Очень сочный, калорийный. Очень круто. Хороший мак-завтрак. И всего 135 рублей. Конечно, мне больше нравится из завтрака маффин. Маффин, там еще котлета такая свиная идет тоже с беконом. Но вот новинка такая, омлетер, очень неплохо. Крутая булочка, крутая начинка. Вкусно, сочно, калорийно, сытно. Для завтрака само то. Красота. Ну что, ребята, доел омлетер. В заключение могу сказать, что неплохая новинка, однако не самая лучшая. Если мы рассматриваем на завтраке вкусная точка, больше мне нравится маффин, лучше двойной. За свои деньги очень сытный, вкусный, калорийный. Там есть свиная котлета, сыр, яйцо и булочка. Замечательно. Обзор на канале есть, можете посмотреть. А омлетеру с беконом я ставлю 4 балла из 5. Неплохой довольно вариант. За 135 рублей всего. Калорийный, сытный, но мне чуть не хватает там мяса. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.